Долгожданный праздник для юных талантов. Открытый региональный детский конкурс «Прибужские коляды» восьмой раз объединил подрастающие дарования из детских школ искусств. В этом году показать свое мастерство в пении, хореографии и изобразительном искусстве Брестский районный дом культуры съехались порядка 390 участников из 6 районов области. С подробностями наши корреспонденты. Коляды – древний славянский праздник, который на протяжении веков занимал одно из ведущих мест среди народных обрядов и праздновался с Рождества до Крещения Господня. Красочная традиция не забыта и сегодня. Без малого 10 лет она собирает талантливую детвору, чтобы дать ей возможность проявить свои способности в рамках фольклорного праздника «Прибужские коляды». Зародившись как фестиваль районный, сегодня она объединяет юные дарования со всей Брещины. Когда мы его начинали в 2017 году, это были в основном детские школы искусств Брестского района. Сегодня этот конкурс стал уже межрегиональным. 6 районов из 6 районов области, 14 детских школ искусств приняли участие в конкурсе. Инициатива местных органов власти, поддержанная общественными объединениями, год от года находит не только новое творческое воплощение, но и приумножает участников. Сегодня «Прибужские коляды» – творческий фест, не требующий рекламы. Информация о нем распространяется самостоятельно, без каких-либо усилий. И мы сегодня будем смотреть лучших исполнителей не только Брестского района, но и других районов области. Конечно же, мы ставим целью перед собой поддержать одаренных детей. Детей из детских школ искусств, которые проявляют свои таланты, которые в будущем будут прославлять Брестский район и уже Брестскую область. Важная составляющая в развитии талантов, будущих успехов и достижениях одаренных ребят – их педагоги, которые не только учат профессиональному мастерству, но и прививают главные человеческие качества – любовь к своей стране и традициям белорусского народа. Доброта, она и есть в творчестве. Как можно работать со злостью и с какой-то другой негативной эмоцией, когда нет доброты? Наверное, мы всегда с душой идем по этому пути. Мы нашу культуру не забываем, мы нашу культуру любим, мы нашу культуру ценим. И до зрителя мы хотим донести и оставить в их сердцах, что белорусская культура имеет большое значение в нашей стране. В свою очередь, юный творческий потенциал первого региона, участвующий в конкурсе «Прибужские коляды», подтверждает – растет достойная смена. Не только талантливая, но и искренняя, честная и очень добрая. Свои идеи для картин я беру из своих воспоминаний. Например, свою картину я нарисовала по своим воспоминаниям, когда я ходила вместе со своей семьей по зимнему городу. Мне очень нравилось ходить, наблюдать за красивым, наряженным городом. Чего пожелаешь себе и своему коллективу? Удачи, чтобы первое место заняли. А остальным ребятам, ведь конкурс – это всегда соревнование. Им тоже удачи там. Конкурсная программа 8-го фольклорного праздника «Прибужские коляды» получилась яркой, разнообразной и на высоком профессиональном уровне. Наталья Луговкина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».